Всем доброе утро. Рада всех приветствовать. Сегодня у нас вторник, и сегодня у нас... Так, телефон не хочет стоять. Сегодня у нас достаточно интересная тема. В принципе, продукт не новый, с продуктом вы все знакомы. Но, тем не менее, он вышел обновленный, поэтому у нас есть повод по нему поговорить и сделать что-нибудь интересное. Покажу вкратце сразу. Это у нас вышли обновленные в баночках витражи. Я думаю, что с витражами уже многие знакомы. Витражи у нас достаточно давно уже в обороте, и они занимают такую прям высокую нишу, потому что витражи у нас используются как для моделирования, как для дизайнов каких-то, ну, в общем, для всего, что хочешь. Витражи на самом деле очень универсальный продукт, и мы сегодня разберем, что же мы можем делать с витражами. Всем доброе утро! Спасибо! Всем доброе утро! У кого-то уже день, давайте переворачиваться. Я, конечно, с вами люблю тет-а-тет, но у нас есть повод поработать. Поехали! Витражики. Я вам покажу их в баночке. Они у нас были раньше в бутыльках. И многие говорили, что неудобно доставать из бутыльков, сделайте, пожалуйста, в баночках. И мы, конечно же, как вы знаете, мы всегда прислушиваемся к вашим просьбам и пожеланиям. И мы выпустили их сейчас именно в баночках. Продукт густой. В баночке его можно разлить. Я, кстати, сегодня без перчаток. Как никогда у меня есть маникюр красивый. Поэтому сегодня буду работать без перчаток в кои-то веки. Они достаточно густые. Разлить их в баночке, в принципе, несложно было. Поэтому... Я думаю, что многим будет удобнее доставать их из баночки. Почему они густые? Потому что помимо того, что они у нас продаются для дизайнов, они у нас используются еще и для моделирования. Они очень хорошо подходят для техники выкладных френчей. Я думаю, что те, кто работает в этой технике, неоднократно сталкивались с этим продуктом и знают, о чем я говорю. Так, вот, показываю сразу их, сколько вариантов. Их 6 цветов. Показываю поближе. И сейчас мы с вами будем их выкрашивать. Так, что-то у меня ощущение, что фильтр не выключился. Напишите по поводу связи. Как связь? Нормально? Видно, слышно хорошо меня? Вот такие 6 оттенков. В принципе, оттенки мы не меняли. Оттенки вышли те же. Просто изменился формат выпуска. В баночках всегда лучше, плотнее и густые. Ну, они по консистенции остались такие же, как и в бутыльках. Консистенцию мы не меняли и менять не будем, потому что, как я уже сказала, что они нужны нам, видно, слышно, супер. Спасибо за помощь. Они нам нужны и для декора, и для моделирования, поэтому консистенция не менялась. Давайте мы их выкрасим. Кто, может быть, еще не знаком с этим продуктом, мы с ним познакомимся. Я думаю, ну, в принципе, я думаю, что многие уже с ним знакомы, но, тем не менее, мы все равно их посмотрим вблизи. Так. Так.
Я вам выкрашу их прям на ложке, чтобы было хорошо видно цвет. Цвета самые универсальные. Доброе утро всем, девочки, доброе утро. Цвета универсальные и самые-самые ходовые. И из этих оттенков можно колеровать любой другой цвет. Неоднократно проверяла на себе. Очень люблю их использовать и в дизайнах, и в техниках моделирования. Витражи, это скорее краски, витражные краски. Первый оттенок у нас, смотрите, это бирюза, Deep Lake. Да, это гель краски. Вы знаете, вот они вроде бы витражные краски, да, витражные гель-лаки. Они подходят для всего. Они ложатся очень тонко. Они ложатся очень тонко. И они подходят для любой техники. Для использования в гель-лаках, для использования в гелевых технологиях. То есть такой очень универсальный продукт. Поехали. Оттенок у нас бирюзовый, шикарный, красивый. Очень красивый оттенок. Они достаточно хорошо самомоделируются. Как его вам показать лучше? И в принципе, идеально, если консистенция густая, они маникюр бомба, спасибо. Они легко разводятся теклосом. То есть, если вам нужна консистенция пожиже, вы берете теклос и разводите их теклосом. Это бирюзовый оттенок, очень его люблю, очень. Он такой темный, благородный, очень красивый. По стоимости сейчас уточню, девочки, и напишу вам обязательно. Так, дальше следующий оттенок. Princess Blue. Голубенький. Но он такой синий. Шикарный синий. Маникюр делала уже новогодний. С новогодними декорациями, потому что, ну вы же понимаете, Новый год. Камера всегда плохо передает оттенок. Так, секунду. Камера всегда плохо передает, конечно, оттенок. Здесь красивый желтый неон, новогодние декорации, а здесь пайпы. И новогодние декорации. Это наши, помните, старые снежинки с прошлого года. И там кресты были такой вот. Вот так вот. В общем, поигралась и старыми декорациями, и новыми декорациями. Все прям вперемешечку. Так, здравствуйте, здравствуйте, девочки и мальчики. Продолжаем. Продолжаем. Дальше у нас синий оттенок. Такой, знаете, чистый, красивый синий цвет. Очень люблю его в сочетании с желтым. Смотрите, вот так видно хорошо. Да, конечно, я сама себе делаю маникюр. Это занимает очень много времени. Кстати, забыла сказать, это наши акригели и девочки верхней формы. Миндаль. Верхние формы наши. Помните, мы в эфире говорили о том, что на них можно наращивать любую форму. Вот, пожалуйста, балеринка. Идеальный вариант. Ну, вот это, конечно, выкладной отдельно френч. А вот это верхние формы миндаль.
Так что, кто боялся верхних форм или думал, что на них практически ничего невозможно сделать, я вас уверяю, что ваша фантазия на самом деле способна сотворить чудеса. Синий цвет. Видите, они такую прозрачность красивую дают, какую не дает, в принципе, ни один оттенок, даже разбавленный текласом. У них вот эта прозрачность, она просто идеальна. Она идеальна для любых техник. Добрый день. Звук есть. Отлично. А тема витражи. Работа с витражами. Витражи новые, вернее, витражи старые вышли в баночках. Помните наши витражные краски-гель-лаки? Они достаточно густые, и мы их решили разлить в банки. Подходят для техники гель-лаковой, подходят для техники гелевой, то есть используем их везде. Они идеальны, идеально носятся, идеально наносятся, идеальны в любом формате, в дизайнах, в моделировании. Моя любовь. Тут что-то у нас... Так, дальше. Перезайдите. Это, видимо, не мне пишут по поводу звука. Сосредоточилась. В баночках классно. Да, в баночках очень классно. Вот такой вот желтенький цвет. Называется манго мохито. Он желтый, но вот знаете, когда он в большом объеме, он смотрится прям оранжевым, таким вкусным манго. Юлечка. А можешь спросить у девочек стоимость баночек витражей? Дизайн тоже какой-нибудь сегодня покажу с витражами. Да, конечно. У нее собрание. Алёня, Алёна, есть телефон? Дизайны тоже какие-нибудь сегодня сделаем витражами. На самом деле витражи, они очень круто смотрятся и в градиенте, и с блестками, и с текстоном, и с фольгой, и в росписи. Ну, в общем, применение у них, границ применения их нет абсолютно. Смотрите, какой красивый цвет, безумно красивый желтый. Кто смотрел на аккаунте Екатерины Мирошниченко, у нас был эфир с Нейл Круз, там свитера. У нас был красивый очень референс модного лука. И мы под него делали с Нейл Круз там вязаный маникюр, который мы делали под него очень классный дизайн. Вот там я использовала вот этот желтый цвет. Он нереально красивый. Кто не видел, заходите, посмотрите. Эфир достаточно такой классный получился. Он во вкладочках IGTV, во вкладочках видео. Пролистайте чуть-чуть вниз, потому что эфиров у Екатерины очень много. Вот, пролистайте вниз, и там безумно красивый, интересный дизайн получился вот с этим витражом. И как раз-таки вязаный маникюр туда добавили. Баночки у нас, смотрите, баночки у нас вышли, баночки вышли 5 миллилитров, стоимость у них стандартная, как у красок, 500 рублей, 5 миллилитров, вот они. Как будут смотреться на натуральных ногтях? Смотрите, если как покрытие, то они будут смотреться, ну вот примерно вот так, то есть полупрозрачненько. Если как дизайн, то в любом дизайне, независимо от того, натуральные это ногти или не натуральные, они будут смотреться очень круто, очень круто. Следующий оттенок это розовый вот такой, Pink Peacock. Достаю их из баночек. Вот он. Смотрите, кстати, кто не видел, у нас уже обновленные, видите, баночки вышли.
очень классные. Что поменялось? Я думаю, что все понимают, что поменялось. Если не понимают, вот смотрите для сравнения. Это старый формат баночек, то есть цвет, оттенок остался тот же. Убрали серебряную каемку, вот эту сверху на крышечке, и серебряный лого поменяли на новый брендированный лого черный. Посмотрите, какие они теперь стали милашные. То есть вот эти были прям мимимишные, а вот эти стали такие прям стильные, мимимишные плюс стильные в одном флаконе. А, такой вот классный, нежный, при этом очень-очень стильный брендовый дизайн, прям брендовый. Поехали. Следующий оттенок розовый. Баночки мы перевернули немножечко. И у меня цвет чуть потек. Но ничего. Собираем сначала по бокам, а потом идем в баночку. Поехали. Смотрите, очень красивый такой прям неоновый розовый цвет. Он идеально подходит и для росписи. При разбавлении топом Teclas он смотрится не таким неоновым, а более просто розовым, спокойным, красивым розовым. Очень крутые выкладные френчи. Кстати, Екатерина на своем аккаунте в сторис, кто не видел, показывала дизайн красивый с выкладным френчем, вот этими витражами. Поэтому, кто не видел еще, идите смотрите. Видите, даже когда он неровно изначально положен, он начинает самовыравниваться классно. То есть они не такие уж, в принципе, густенькие. Ими спокойно можно и покрытие даже сделать. Смотрите, видите, он начинает самовыравниваться. Вот прям даже по блику видно. Блик начинает играть. Они продаются поштучно в том числе. У нас, кстати, витражи наборами и не продавались. Вся витражка у нас шла даже в бутыльках, шла поштучно. Поэтому, может быть, наборы и были первое время, но в основном все они продавались поштучно. Поэтому поштучно по-любому они есть. Были мимимишные, стали милашные. Ну, можно и так сказать. Но они крутые, правда крутые. Насколько я любила всегда наш вот тот вот стиль розовых бутылёчков с этим цветком нашим Эми. Я не знаю, я от этих баночек просто в восторге. Вот это то, что на самом деле сейчас отражает компанию. То есть осталась вот эта вот какая-то нежнятина, но в то же время мы стали крутыми, стильными. То есть это вот максимально эти баночки отражают суть нашей компании сейчас. Так, поехали. Следующий коричневый цвет. Очень многие его бракуют и не берут, потому что типа коричневый, зачем он нужен? На самом деле, во-первых, в сочетании с другими оттенками, в сочетании с другими оттенками он смотрится очень красиво. Коричневый с зеленым, коричневый с желтым. Он смотрится очень классно. Во-первых, во-вторых, он очень круто подходит нам для дизайнов. Очень круто подходит для дизайнов. И без коричневого, скажем, такие какие-то техники были бы реально невозможны. У нас был курс ботаника. Они наносятся и в один, и в два слоя. То есть вы смотрите сами, как вам нужно. То есть их можно нанести в один слой. Ну вот я вам сейчас на дизайнах буду показывать этот момент. Их можно нанести в один слой, можно нанести в два слоя, и они будут ярче. У нас был курс ботаника, где, в принципе, все было построено на вот этом оттенке. Курс очень красивый. Я думаю, что многие видели дизайны из этого курса в любом случае. И вот весь практически курс был построен на сочетании с коричневым цветом. Поэтому он
в работе с дизайнами просто необходим. На правой руке пайпы. Пайпы у нас был эфир где-то по выкладным френчам, форма пайп. У нас очень много курсов с этой формой, салонный пайп. Поэтому самые ходовые желтые и коричневые. Да, они классные. Желтый, ну как бы вообще универсальный, он очень вкусный цвет. Красный. Для подмалевка классно подходит. Для всего, вообще для всего. Красный очень тоже вкусный. Такой прям насыщенный красный. И можно, витражами можно усиливать цвет гель-лака, кстати. Очень интересно смотрится работа, когда цвет сверху что-нибудь или прорисовали, или нанесли там какой-нибудь декор и усилили цвет потом еще витражом. Смотрите, какой вкусный такой, прям красный, насыщенный. То есть, если в гель-лаке у вас не хватает вот насыщенности, вы можете взять витраж и сверху гель-лак покрыть еще витражом. И у вас будет такой прям, знаете, глубокий-глубокий оттенок. В акварели они незаменимы. У нас вся акварель сейчас строится, да, вы правы, вся акварель сейчас построена на работе с витражами. Витражи и коллекция неоновых гель-лаков. Вот они все вместе, 6 оттенков. Кстати, сохнут они очень быстро. Смотрите поближе еще раз. Подсыхают они очень быстро за счет того, что они прозрачные. В акварели просушка витража на самом деле занимает там порядка 10 секунд. То есть несколько секунд, 10-15 секунд вы подсушили, они схватились. Смотрите, какой красный, прям насыщенный, да, такой красивый, синий. Все они шикарны, все шикарны. Очень люблю эту коллекцию и очень люблю ей работать. Цена баночки 500 рублей, как и в красках. Его сушить стандартно 30 секунд, 1 минуту, если вы наносите покрытие полностью. Но схватывается он в дизайнах для дальнейшей работы за буквально там 15 секунд уже можно работать дальше. Сейчас я покажу вам, как это работает. И мы с вами что-нибудь обязательно сделаем. Так, ну что, давайте пофантазируем. Давайте пофантазируем. Поехали. Берем подставочки. Берем типсы. И что-нибудь с ними сделаем. Так, пластилин. И что-нибудь с ними сейчас сделаем. Да, 500 рублей баночка. То есть стоимость, в принципе, как вот 5-граммовые баночки с красками. Такая же стоимость будет. На мой взгляд, очень удобно. Хотя, в принципе, у меня никогда проблем не возникало и с бутыльками, с кистью стой. Поэтому здесь вот по удобству уже. Так, первый давайте покажу мой самый любимый дизайн с фольгой. Безумно его люблю. Для этого нам с вами понадобится 30-й оттенок гель-лака. Обожаю и делала себе такой дизайн в прошлом году, ну, по-моему, только до Нового года. На Новый год не дотянула его. У меня даже есть на моей страничке есть фото этого дизайна. Так что, если прокрутите туда вниз, то найдете обязательно. То ли до Нового года, то ли после Нового года я его выставляла. Очень, кстати, вкусный, очень классный получился дизайн.
Черный цвет подсушиваем. Продаются, да, все по отдельности. Каждый цвет можно купить отдельно. Смотрите, какие здесь использовала декорации новогодние. Это тигр, спрашивали. Да, вот такие вот ноготочки. Смотрите, это шармиконы тигр. Очень классные. Вот прям я в них влюбилась, в эти шармиконы. Потом это новогодние слова, вот эти все. Вот эти вообще прям прикольно. Здесь тоже, видите, я их добавила. Смотрится очень классно. Потом, что здесь еще? Это все шармикон тигр. Это шармикон гирлянда. Можно использовать снежинки. Кстати, очень прикольные вот новые шармиконы со снежинками вышли. Обновленные. Они не новые, они обновленные. И что мне нравится, здесь тоже есть маленький формат снежинок. Прикольно. Прям прикольно. Вот он, видите, маленькие есть снежиночки. Очень прикольно смотрится. То есть и покрупнее, и помельче. Вот. А здесь у нас что? Это старый шармикон, прошлогодний, по-моему, 70, номер 72, Christmas, что-то там. Или Merry Christmas, вот что-то такое. Вот он, прикольный, обожаю его, там подарочки Деда Мороза. Потом также гирлянда, слова, как я уже говорила, это из тигра. А вот эти все декорации, это помните, в прошлом году у нас был 5D стекло. Они и в этом году вышли, вот это из прошлого года взяла. Смотрите, какие они вообще прям бомбические. Ну и акригели, конечно, акригели моя любовь. Вот обожаю акригели, просто. Просто обожаю. Поехали дальше. Возьму для дизайна, для этого, вот такую фольгу голографическую. У нас ее очень много видов, она есть разная. Там квадратики, сердечки, просто переливы. Ее очень много. Поэтому берете, в принципе, любую. Смотрите, как она горит, как она блестит. И нам это как раз-таки для дизайна с витражами сейчас очень круто подойдет. Вот эти все ее переливы. Можно использовать обычную, серебряную или золотую. Если нет такой, тоже будет классно смотреться. Но вот эти переливы для наших витражей, они просто идеальны. Так, дальше. Сюда. Что я наношу сюда? Сюда я наношу слайдер топ. Наш незаменимый помощник слайдер топ подходит идеально под этот дизайн. Покрываю слайдер топом мой дизайн тонко. Все дополнительные слои всегда наносим очень тонко. Без какого-либо дополнительного выравнивания. Нам это не нужно, потому что все дополнительные слои, они будут только утолщать ноготочек. Ну, соответственно, оно нам просто в конце, в итоге, может дать лишнюю толщину. Нам зачем это? Нам это не нужно. Смотрите, какие переливы просто. Их очень много вариантов. Я ее сейчас убрала со стола как раз. Не покажу быстро, но там есть сердечки, там есть звездочки, там вариантов очень много. Фольга у нас, кстати, несмотря на то, что уже вроде бы время фольги, да, эпоха фольги как бы ушла, но нет, фольга вернулась, она не сдает свои позиции, очень даже много клиентов приходят и просят вот такие вот дизайны с фольгой. Так, минутку не прошла. Смотрите, слайдер топ сушим одну минуту. Не меньше, может быть больше, но не меньше. Одна минутка, и после этого подбираете всегда все под свою лампу. И после этого начинаем отпечатывать. Можно отпечатать на весь ноготь. Можно отпечатать частично.
Ну вот смотрите, допустим, сделаю вот такой вариант. Горит классно, и просушивайте обязательно после отпечатывания. Всегда. Правая рука многих повергла в восторг. Ну да, она и вживую многих повергла в восторг. Правда, ее еще не все видели, потому что это прям новый дизайн. Я так соскучилась выходить в эфиры без перчаток, девочки. Я обожаю, я ненавижу перчатки. И когда ногти в мате и приходится одевать перчатки в эфиры, меня это прям... Вот, поехали. И дальше мы начинаем работу с витражами. Можно покрыть одним цветом, можно покрыть несколькими цветами. Мой любимый формат здесь – это три варианта, три цвета. И делаем из них градиент. Делаем из них градиент. Они будут смотреться просто. Фольгу на сайте, так и забивайте, там есть декорации, на сайте там есть декорации, заходите туда и там ищите фольгу, фольга голографическая, либо просто в поисковике забейте фольга голографическая, вам выдаст. На что отпечатывали? Отпечатывали на топ-слайдер. Слайдер топ просушен минимум 1 минуту, смотрите по своей лампе. Берем кисточку и наносим оттенки. Смотрите, несмотря на то, что у нас фольга, витражи не меняют фактуру фольги. То есть фольга какая была, такая и останется. Наносим сверху, допустим, синий оттенок. То, о чем я говорила. Смотрите, как под витражами нереально круто смотрится этот дизайн. Думаю, нужно отдельный эфир. Нет, девочки, по пайпам выходить в эфир, честно, с учетом того, что я их делала левой рукой, по пайпам выходить в эфир — это, конечно, честно, неблагодарная вещь. Это просто катастрофически неудобно. Арочное моделирование в эфире, можете спросить у любого преподавателя, это просто что-то с чем-то. Поехали. И кистью градиент Кстати, вот есть в эфире арочное моделирование, где-то есть. На каком-то аккаунте проводили арочное моделирование в эфире. Ну, не такой дизайн, другой, конечно, по-моему, выкладной френч. Поищите, где-то был. Ну, все, я, как всегда, загомачила свой ноготь. Подсушиваем несколько секунд. Как я уже говорила, этот вариант можно просушивать буквально 5-10 секунд. То есть у нас полностью прозрачный витраж, и просушивать его промежуточно можно несколько секунд. На втирку можно витраж, особенно вот красиво будет втирку. Помните все, я думаю, призма тоже очень будет красиво. Дальше. Следующий наносим оттенок. Я, допустим, возьму желтый. Смотрите, я наношу его по центру, и моя задача в чем сейчас? Растушевать его в обе стороны. Мне нужен градиент и снизу, и сверху. Для чего градиент? Смотрите, видите, какой переход получается плавный, красивый.
Подсушиваем тоже несколько секунд буквально. И наносим следующий оттенок. У меня следующий оттенок будет красный. Можете сделать розовый, можете сделать еще какой-нибудь. Можете оставить два, синий с желтым. Неважно. Неважно. И тоже делаем растушевку. И тоже делаем растушевочку. Смотрите, как красиво. Ну вообще, да? Просто огнище. Кто пробовал делать такой вариант дизайна? Напишите, есть такие, кто делал такой вариант наподобие такой с фольгой, с красками? Игрался кто-то уже? Смотрите, можно оставить так? Можно. Вы видите, в принципе, цвет видно, все ярко, красиво. Но если вам хочется яркость еще большей, я люблю прям яркий дизайн. Мы берем и делаем тонко второй слой. По факту цвет и в один слой красиво, но в два слоя вы насыщаете еще сильнее. Обязательно растушевываем. Можно параллельно нанести, не просушивая, допустим, красный снизу. Видите, он более насыщенный становится цвет. Нанесли. И растушевали. И потом можно просушить и нанести сверху желтый. То есть, ну, как бы вы два слоя нанесли с акварелью. Акварель классная, да, люблю акварель на самом деле очень. Нанесли несколько секундочек, просушили. И посередине теперь нанесу желтый. И также его в обе стороны растушую. И получается у вас на самом деле как бы дизайн из трех оттенков, но по факту у вас их здесь пять. То есть смотрите, переходы какие получились: синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. И вот такая вот радуга, я думаю, она клиентам вашим понравится очень. Можно же сделать это на весь ноготь, не обязательно черный оставлять по бокам там или где-то. Можно сделать как-то отдельными элементами, но сам факт, смотрите, какой яркий, красивый дизайн. То же самое можно сделать. Давайте украсим сейчас чем-нибудь новогодним. Кстати, фольга у нас защищена. Видно, да? Вот мне что нравится еще, на черном не видно витражей. Видно только на том участке, где у меня фольга. Фольга у меня витражом защищена. Доброго дня, феи. Приятно, девочки. Феи меня еще никто не называл. Хотя феячу каждый день. Смотрите, и я могу здесь просто сейчас обезжирить. Чтобы сделать дизайн, я могу сейчас витраж просто обезжирить. Лучше, конечно, наносить топ-текласс. Но если, допустим, у вас дополнительных много слоев и лишний слой наносить не хочется на клиента, прошу прощения, то можно просто обезжирить. И дальше я уже делаю декорации. Можно использовать снежинки. Можно использовать на самом деле что угодно. Вот я возьму
Давайте возьмем что-нибудь отсюда. Так, черный на черном, то есть нам надо вот такое что-то золотое возьмем. И мы этот дизайн превратим прям в новогодний. И возьмем, допустим, какую-нибудь снежинку. Можно беленькую, можно золотую, можно матовую, можно глянец. Под матовым тоже очень красиво смотрится. И перекрываем. Кстати, можно сделать, смотрите, можно сделать матовый. Сейчас покажу, как можно сделать. Матовый он спрячет на задний план у нас. Сначала дизайн и подчеркнет и спрячет на задний план одновременно. Вот у него такая есть функция. А давайте я сейчас после эфира обязательно сниму сторис и прикреплю там ссылку на витражи на нашем сайте, хорошо? То есть там будет какой-нибудь из витражей, и вы потом по нему найдете, по названию найдете остальные. Договорились? Чтобы вам проще было искать, чтобы я сейчас не говорила, как его найти, я вам прям прикреплю ссылку в сторис после. Прикреплю ссылку. Смотрите, вот матовый. И что мне хочется сделать, очень будет смотреться интересненько, если мы сейчас матовый, вроде бы оставим матовым, но выделим фольгу, потому что идея была в фольге. И мы все оставим матовым, а фольгу отдельно подчеркнем глянцем. Видите, то есть наклеечки будут у нас матовые. Мы как бы их оставим на заднем плане. А вот фольгу с вами. Кстати, на своем аккаунте тоже буквально сегодня выложу идею новогоднего дизайна, только с коллекцией с Just Sage. Помнит, кто коллекцию эту классную? Буквально сегодня или завтра выложу. И смотрите, какой у нас эффект получается. Полностью все матовое, наклейки матовые, но фольга горит нереально красиво. И декорации пригодились. И витражи здесь очень даже красиво смотрятся. Испугалась за блеск фольги. Нет, вы что, ну как бы оно классно. Есть варианты очень красиво, когда смотрится с матовым фольга. Я делала, прикольно. Но вот здесь, когда играешь с голографической фольгой, сама фишка вот в том, что фольга, видите, она вот так переливается, блестит. И получается невероятно красиво. То есть весь такой матовый дизайн, и тут блеск фольги. Ну, Новый год, скажите Новый год. Так, следующий вариант можно, знаете, какой сделать? Можно сделать с красками. Сейчас покажу, какие краски можно брать. Так, куда я пластилин делаю? А новые краски какие? Если вы имеете в виду новогодние новые краски, у нас обязательно будет по ним эфир, не переживайте. Как только они придут в продажу, мы сделаем обязательно по ним эфир. Так, сейчас можно взять, смотрите, тоже очень классно будет смотреться. Либо вот серебро, это коллекция у нас Superstar, кто помнит эти краски. Очень красивая краска, вот такая серебряная, очень ее люблю. Дальше. Очень люблю. Ну, я поняла, что я люблю все блестяшки. Для меня блестяшки это просто.
Я как сорока, наверное, сорока нервно где-то в сторонке там стоит. Феечка Эми Шкул. Спасибо, девочки, спасибо огромное. Очень приятно. Остальные пальчики, вот я говорю, зайдите ко мне в аккаунт, там есть такой дизайн. Полистайте чуть вниз, в прошлом году, либо в начале этого года, либо конец прошлого года, там есть такой дизайн. Я сочетала вот, кстати, вот с этим цветом. Там именно не на весь ноготь, я сочетала на часть ногтя. Посмотрите, не поленитесь, там очень круто смотрится. Вот прям вот этот дизайн получился нереально. Я даже думала о том, чтобы его как-нибудь повторить. У меня клиентов много повторяло его. Получается очень классно. То есть с любым серебром, с любым желтым, с любым красным покройте все остальные ногти, я не знаю, там, допустим, серебром и полностью покройте желтым. Покройте все серебром и полностью покройте синим. То есть сюда подойдет все, что угодно. Черным. Все остальные, вот сделайте два вот таких дизайна, все остальные черным. Это будет вообще просто умопомрачительный вечерний маникюр. Девочки, наберите Анастасия Челюбеева. Либо у кого есть доступ, напишите сейчас мой аккаунт, кто знает, чтобы я не тратила на это время. В принципе, всегда здесь на Amy Official в эфирах упоминается мой аккаунт, здесь на... где еще? Везде. Посмотрите, есть мой аккаунт Queen Anastasia Nails. Просто сейчас писать неудобно будет. Так, смотрите, покрываем. Допустим, вот этот возьму цвет. Это 297. Это бесподобная прошлогодняя коллекция Just Age. Очень ее люблю. Она нереально крутая. Эти блестки, их невозможно ни с чем сравнить. Блестки с крупной, с мелкой фольгой, конфетти. Там просто... просто взрыв. Вот кто любит блесточки, как и я... Я думаю, что для вас, если вы не видели, эта коллекция будет прям вау, открытием. Нанесли. Можно в один слой, можно в два слоя. Здесь уже не важно. Да, вот девочки написали. Смотрите, спасибо огромное за помощь, девчонки. Вот написали мой аккаунт. Так, какие типсы можно купить? Где такие типсы? Вот эти типсы вы имеете в виду? Эти типсы у нас также на сайте продаются. Забивайте типсы овал. Они набор, получается... О, у меня коробочки цельной нету. Есть вот такая вот. Вот они продаются в таких коробочках. Набор 50 штук. Мы ими везде работаем. А, вот, спасибо. Смотрите, вот в такой упаковке они продаются, видите, типсы, овал для дизайна ногтей, тренировочные, 50 штук, розовые, размер двойка. Очень удобно, очень классный, и с помощью этих типс удобно создавать планшетку. То есть вы вот так их крепите на пластилин, видите, да, рисуйте все, что угодно, и потом их отклеиваете и приклеиваете в планшетку. Очень удобно. Так... Да, это в Инстаграм. Amy Shop – это сайт. А название моего аккаунта – это Инстаграм. Если вы за типсы, за продукцию, это Amy Shop – сайт наш. Наш сайт, наш интернет-магазин. Поехали. Давайте сделаем здесь двумя цветами градиент. Сейчас покажу вам, тоже красиво очень смотрится. Можно зеленый сделать синий-желтый. Получится синий-зеленый-желтый. Можно сделать красный-желтый. Тоже очень прикольно будет. Здесь будет у нас градиент на весь ноготок. Наносим тонко. Лучше нанести два тонких слоя. В толщину старайтесь не наносить, потому что у вас где-то может он не выровняться и получится плюшечка в конце. Нанесли кистью градиент, прям растягиваем вниз. Обычные блестки. Обычные блестки.
Но какая под витражами получается красота, когда вы витражи наносите на блестки. Просто вау. Девочки, я преподаватель тоже, да. Я преподаватель Эми Ростов. Я куратор-преподаватель Эми онлайн. Я творческий партнер. Тоже преподаю. В общем, я и мастер, и преподаватель, и технолог. Я все в одном. All inclusive. Подскажите, почему 329-й? 329-й. Девочки, не помню, что такое 329-й. Какой-то оттенок. Не могу так сейчас сказать. Густым. Может быть, если кусками, то где-то он, может, схватился у вас, полимеризовался. Напишите в директ на Amy Official сюда. Девочки посмотрят по качеству. Витражные краски стоят 500 рублей 5 миллилитров. И возьмем желтый. Также. Возьму желтый и нанесу снизу. Смотрите, какая красота получается. Чем не вечерний маникюр? Девочки, по всем вопросам качества пишите, пожалуйста, в директ сюда на Amy Official. Вас проконсультируют. Я не могу сказать через экран, что не так, потому что все оттенки из коллекции Riches, мы ими работаем, я ими работаю в студии у себя, мы ими работаем здесь. Постоянно, да, какие-то делаем дизайны, все оттенки рабочие. Поэтому, если что-то не так, пишите всегда в директ на Amy Official, и вам помогут разобраться, что не так, почему. Хорошо? Не стесняйтесь, что-то не так, напишите. И наношу еще раз. Но так как у меня на кисти уже желтый цвет, я просто тогда нанесу первым желтый, чтобы кисть не вытирать. И растушую. Прям хорошо заходите на соседа, чтобы было красиво. Нет, это подставка, это подставки, они продаются отдельно. Вот такие вот подставки, держатели для типс называются, подставки для типс, они продаются отдельно на маркетплейсах, на Алиэкспресс, где-то в каких-то ногтевых магазинах их легко найти. И сверху добавляем еще синий. Ну, прям Новый год, Новый год, скажите. Мы на самом деле уже вовсю просто начинаем готовиться к Новому году везде. Дома уже просят все украшать, на работе уже начинаем украшать, уже просмотр начинаем новогодних фильмов, чтобы поднимать себе настроение. Поэтому присоединяйтесь к нам. Поднимаем себе настроение вместе. Заходить на соседа. Ну, тем не менее, из сказки слов не выкинешь. Соседний цвет.
Смотрите, что получилось. Тоже можно обезжирить. Можно нанести топ Теклас. Наш идеальный, любимый топ для промежуточных дизайнов. Для промежуточных дизайнов. Сушим хорошо и сверху можем приклеить декорации. Ну, без декорации прям как-то скучно будет. Можно вот, смотрите, вот такие приклеить 5D. Классно будут смотреться. Вот, вот эти очень стекло интересные. То есть берем на самом деле все, что угодно, смотрим. Особенно вот эти очень удобно шармиконы, их удобно примерять. Вы когда что-то сделали, вы можете за счет прозрачной вот этой основы примерить, как же будет это смотреться на ноготке. Так. Ну что, вот я прям думаю добавить какой-нибудь такой нежности. Смотрите, давайте попробуем. Пока не попробуем, не поймем. Всегда экспериментируйте, не бойтесь пробовать, не бойтесь. Пока вы не попробуете, вы не поймете, как оно смотрится. Колокольчики мне нравятся, часики мне очень нравятся. Вообще нереальный Nail Cruz 35. Вот что удобно, здесь подсказочка есть. 35 Nail Cruz 5D. Сказочная пора. Пока не попробуйте, вы никогда не поймете. Смотрите, я клею сейчас шармикон, и потом только под это место, туда, куда я хотела наклеить. Так, что здесь? Что здесь? Туда, куда я хотела наклеить 5D, я могу использовать топ-слайдер. Только вот прям под мой Nail Cruz. Промажу, еще не знаю, где его посажу, поэтому промажу практически всю верхнюю часть. Доброе утро из Праги, доброе утро, Прага, прям вот доброе. Это у меня моделирование, моделирование где-то верхние формы, где-то выкладной френч, полностью смоделированные ноготочки. Я специально сняла, давно не делала себе ничего такого прям этакого. И решила сделать новогодний дизайн. Решила, что вам пригодится идеи. Две, тем более, идеи с новогодним дизайном для клиентов. И решила, конечно, сделать что-нибудь к Новому году прям вау. Так, колокольчики наши. И смотрите, тоже могу примерить, куда я эти колокольчики хочу поставить. Сделали, подсушили немножко. Я с Nail Cruz слова вырезаю, приклеиваю. Это вот эти Эми. Я, кстати, тоже так делала на каком-то шармиконе. Мне прям захотелось, Nail Cruz захотелось приклеить. И я тоже так делала. Прикольно, кстати.
А чё, таких слов больше зато нигде нет, смотрите. Классно же. Пинцеты, девочки. Просто любой магазин, забиваете интернет, там смотрите, или просто по названию. Это Мецгер, обычные пинцеты. У нас они просто в магазине продавались, поэтому они у нас есть. Здесь у нас ультрабонд. Настюша кудесница. Спасибо, девчонки. Стараемся, видите, сколько вам идей дать для того, чтобы вы клиентам своим сделали праздник. Ультрабонд обязательно. Обязательно ультрабонд. И дальше. Я хочу сделать матовый. Берем и делаем матовый. Как мы работаем? Если переживаете за nail crust, за сам, покройте сначала очень тонко слайдер топом, уберите оттуда излишки. Я сейчас покажу, как это делать. И потом только матовым. Смотрите, как мы работаем с этими объемными деталями. Мы берем потом кисточку и аккуратненько отсюда прям излишки убираем. Не полностью. У нас матовый должен остаться, чтобы у вас не получился дизайн глянцевый. Но излишки мы убираем, чтобы у нас, видите, nail crust остался объемненьким. Все. И если нужно где-то по краям, поправляете и отправляете все в лампу. Вот такой. В нашем магазине, я не знаю, есть ли сейчас пинцеты, они были раньше. Просто в интернет-магазине их точно нет. В магазине они были в офлайн-магазине. Сейчас они есть или нет, не могу сказать. По-моему, их уже давно нет. Поэтому просто забейте по названию и что-то найдите похожее. Ну что, смотрите, как прикольно получилось. У нас блестки ушли немного на задний план, хотя их видно. Видите, они переливаются прям. И наш объемный декор ушел на передний план. Сюда можно добавить мазочки эмпастой, прям добавить новогоднего настроения. Беру обычную щеточку старенькую, приспосабливаете. И очень прикольно можно делать вот такой формат снега. Смотрите, прям вот добавили капельку снега. И у вас прям Новый год, Новый год. Это эмпаста. Сверху рисуем только эмпаста. Это эмпаста белый рафинад. И смотрите, какой кайф получается снежный. То есть вариантов использования витражей очень-очень много. Все наклеечки продаются у нас на сайте amyshop.ru. Эти называются... Как же они называются? Не помню, как слова называются. Посмотрите, они все идут подряд. 199, 200, 201, 202. Они подряд идут. Прям в дизайнах, в категории дизайны, шармиконы, найдите их. Это у нас Nail Crust 5D. В этом нет их. Это Nail Crust 5D. А, у них, кстати, у нас где-то были. Нет, уже сняли, наверное. Подскажите. Это Nail Crust 5D у нас. Я вам сейчас прочитала его название, так и забиваете. Смотрите, 35, сказочная пора. Этот Nail Crust, это 34 уютные выходные. Все шармиконы, эти точно помню, что называются тигр.
Все шермиконы новогодние, они идут 199, 200, 201, 202. Какой из них какой, я не помню, честно. Там идут тигр, гирлянда, слова как раз-таки и месяцы. Месяцы, слова новогодние тоже. Месяцы, звезды. Так что дерзайте, фантазируйте. На самом деле фантазии с витражами нет предела. Я вам сейчас еще их покажу, выставлю все вместе, чтобы было наглядно видно. Это наши витражи, которые у нас уже давно, только теперь в формате баночек. Я думаю, что многие обрадуются этой новости, потому что действительно их давно просили. Смотрите, какие даже дизайны можно ими классные творить. С камнями наклейки также, да, крепятся, которые у нас глаз идут, стекло, наклеечки, они также крепятся, как вот эти я крепила. То есть вы на слайдер топ ее клеите, подсушили немножечко, можно слегка зафиксировать слайдером, слайдер топом также после ультрабонда, только убираете все лишнее и сверху, вот они, и сверху покрываете матовым и также убираете лишнее. Можно капельки потом пройти глянцем. Я оставила их матовым. Мне так больше нравится. Прям не то, что больше. Мне так очень они нравятся. Просто такой вот прям эффект какой-то, знаете, матового стекла. Прикольно очень. Поэтому и матовый, и глянец, они очень интересные. Все, я с вами буду прощаться. В следующий раз что-то у нас будет еще интересное. Обязательно еще что-то покажу классное. В следующий вторник мы с вами также в 10:00 встречаемся. Вот, сегодня будет еще вечером эфир на аккаунте Екатерины Мирошниченко. У нас будет продолжение серии эфиров по Ace Base. Будем работать с вами сегодня Ace Base и нейл-дрессами, нейл-крустами. Так что я всех жду сегодня в 17:30 на аккаунте Кати. До встречи, эфир крутой, спасибо вам, спасибо за обратную связь. До встречи, я жду всех сегодня вечером.